Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Ну что, давай посмотрим, какие у нас события будут сегодня. Опасные травоядные. Так, схватка редких, ярость мод 2, поездка. Победить 9 противников, это что-то новенькое, дрожь земли. Ну слушай, сегодня есть чем заняться. Так, дай-ка я гляну награды. О, тут хорошие награды даются, кстати. Но мне кажется, что выпадет мне скафагнат или птернодона, может быть, их тестега. Но, тем не менее, травоядные. Ну-ка, дай гляну. О как. О как. Блин, а у меня травоядных не так уж и много. Кстати, секунду, друзья. Прежде чем приступать к событиям, мы откроем с вами чистое золото. Барионикс, ребята, выпадает мне... По-моему, у меня такого не было. Динозавра. Вот что я хочу сказать. Так, нужно будет обязательно его поставить на вывод, чтобы он выводился у нас. Так, а здесь у нас Эриматерий. Кто не в курсе, да? У меня прошлая серия, ребят, не получилась. А где Эриматерий-то сам? Не записалась, поэтому я получил 60 уровень. И теперь у меня есть возможность выводить Эриматерия. А этот до сих пор у меня не вывелся. Да прикинь, он до сих пор еще не эволюционировал. Уже очень много времени прошло. Так, давай-ка мы сделаем, наверное, быстренько три задания завершим. Так, продаем. Давай дальше. Тодзи. Тодзи нам как бы тоже не особо-то нужен. Ладно, пускай здесь стоит. Где, вот. И последнее ускорение делаем. Это у нас стегоцефал. Поместили. Все, задание одно мы выполнили. Так. Теперь давай-ка активируем Барионикс. Где он у нас? Вот он. Собственно, персоны. 5 часов всего лишь будет выводиться. Не так уж и, кстати, и долго. Так, а кто у нас еще тут есть? О, аммонит. Давай. И следующий у нас пойдет. Опять тираннозавр. Подожди-ка, а может быть, кто-нибудь есть посущественнее? Диплозуха мне не хватает, да? Не знаю, сколько у меня, ребят, ДНК пока на него. Так, лангозавра я не буду. Птеранодона не буду выводить. Вот Эриматерия, можно, конечно, еще одного увезти. Что скажешь? Диплотатора не хочу. Так, Леоплевродон. Тропеогоптер нет, пожалуй, воздержусь. Вот, либо Карнораптора, но вообще лучше. Так, Топилозавра не буду. Может, Анкилодока? Давай-ка, наверное, мы Анкилодока поставим. Выводиться. Прокачаем его уже до 40 уровня, в конце концов. Правда, нам надо будет очень много анкилодоков выводить, потому что он у меня 30 уровня. То есть это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 анкилодоков. Только после этого мы сможем его прокачать до 40 уровня. Не все так просто, естественно. Так, ну что, а теперь давай-ка приступим к событиям. Схватка редких. А тут, интересно, схватка редких. Что у нас? Тоже неплохие награды. Легендарные только, да? Чисто должны быть. Что-то мне кажется, я здесь не справлюсь. Чисто легендарными. Опа. Так, Велоцираптор мод 2. Слушай, а вот тут вот, наверное, можно попробовать по 151 уровень. Да. Ну-ка, если я, например, допустим, возьму... Блин, там очень много поединков, по-моему, да? Раз, два, три, четыре поединка. Дрожь земли еще есть. Блин, я не знаю, за что хвататься. Серьезно, битва титанов. Офигеть.
А вот тут вот, с кем я должен, с какими противниками я должен драться? Непонятно. И сколько поединков в конце концов? Два. Давай попробуем. Давай попробуем. Например, возьмем нет, Даника Лагрюса, Эдио Морфодона и Анхилодока. Ребят, первое событие такое вижу, поэтому я не знаю, с кем там предстоит там драться. Взял всех разных. То есть хищника взял, взял травоядного и взял летуна. Сейчас посмотрим. Пара зауралов нам выпадает. Ну сразу же его, наверное, уничтожаем. Может быть, тут одни травоядники будут? Ребят, если так, то это будет круто. Проверочка. Ага. Неудачная проверка. Раз, два. Проверим еще разок. Ты посмотри, а. Ну ты не оборзел ли, а, парень? Раз, два, три. Раз, два. Готов. Да, по-моему, тут одни травоядники будут, ребят. Зачем я тогда взял? Да. Ну я же не знал. Раз, два, три. Раз, два, три. Вырубаем. Так, с этого у нас пара зауралов мод 2 выползает. 117 к атаке он уже имеет. Блин, мне бы по идее... Мне бы по идее, ребят, придержать бы коней. Давай посмотрим. 4 защиты аж взял. Эдди Морфодон, но мне не жалко, ребят, здесь потратить. Поэтому я, в принципе, его сюда и взял. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Проверим. Накажем, накажем. Так, выползает еще один. Пара зауралов. Опа, все очки сливает, прикинь. Все очки он слил. Ну что, достаточно два... Две атаки. Раз, два, три. Вот так вот сделаем. Окей. Так, у них повышается уровень все выше, выше и выше. Как бы не так, парнишка. Как бы не так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Вырубаем. Так, ну что, у него 5 очков действий, да? Он все сливает. Неужели... Да, вырубает. Вырубает, ребята. Ох ты, жук. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Вот так сделаем. Ну что, это два последних. Ага. И не тут-то было. Поехали, пробиваем его. Хлоп. И последний пара зауралов у нас. Мне кажется, что шансов у него здесь вообще ноль. Да, мы его уничтожили. Ну что, первое событие, как бы первый... Первую часть поединков мы прошли. Нам нужно еще. А вот кто у них там, интересно, будет во второй половине? То же самое. Давай тогда возьмем Индоминуса, Раджастегу и Спинораптора. Проверим. Если там тоже будут пара зауралофы. Точно, ребята. Именно они. Погнали.
Единственное, что я всех хищников, ребят, здесь с фейлю. Ну-ка. Ты смотри, если бы я взял две атаки, он поставил бы две защиты. Я взял два бонуса, он... Вот жук, а. Раз, два. Раз, два, три. Такс, что ты тут у нас? Три очка действия, да? Он как делает. Все сливает подчистую. Окей. Ну что ты там сделаешь? А ничего он не стал делать. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай так сделаем. Угу. Наотмашь. И последних два паразора лофа здесь. Ну да, вырубает мне индоминуса. Выходит Раджастега. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Поехали. Вырубили. И последний остается. Ну, естественно, я его вынесу сейчас с полтычка. У меня 8 очков действия сейчас будет. И я все в атаку сливаю. Вот и все. Да, ребята, быстренько вырубили. И получаем награду. Видимо, пара зауралов, да, будет? Баксы. Ох ты, 150 баксов и пара зауралов. Это приятная это была награда, ребят. 150 долларов. Так, нас отправляют на Лигу Детенышей. Это у нас Лига началась, да, так скажем. Так, может быть, нам ежедневки выполнить-то пока? Принять участие в PvP. Так, сделка. 24 карты. Увеличить. Так, ну вот это вот можно было бы, наверное, поменять. Сейчас посмотрим, что у них тут еще припасено. Солнечные часы. Элласмозавр. 11 долларов. Ладно, давай сделку сделаем. Здесь у нас на монеты. Давай. Так. Очки доверия на еду. Кстати, Аретитана я так и не вывел, да? А я не смог его никак сделать, ребят, потому что... Скалозавр. Не, давай одного. Потому что если я всех продам, он у меня уйдет тогда с поля. А мне это не нужно. Завершили. Потратить еду и собрать моды. Давай моды соберем, а потом уже потратим, наверное, хавчик. Блин, я вот заметил в последнее время, вот это вот долго идет прогрузка. Не знаю, с чем это связано. Ну давай, давай, давай. Показывай, что у тебя там, Чарли. Что ты мне подкинешь. Он дает мне превосходство. Давай следующий. Да-да, я, ребят, редкие моды запускаю. Слава богу, пока деньги позволяют, поэтому... Увеличит показатель атаки на соточку. Ну-ка. Инстинкт убийцы. Все, ребят, задание выполнено. Забираем нашу награду. И теперь хавчик нужно потратить. Вот сюда, наверное, и потратим, да? Эниозавр у нас как раз не прокачанный. Есть. До двадцаточки мы его прокачали. Значит, остается нам сыграть ПВП-сражение и кайнозойку. Кайнозойскую эру. Отыграть еще. Ну что, пойдем, наверное, на арену. Потому что, если мы даже сейчас на события отправимся, ну, вряд ли мы...
Так, Велоцираптор мод 2. Хотелось бы, конечно, но тут 4 поединка. Ну вот, вот, опять зависло, опять начало вот это вот. Отсчет этот срабатывает. Так, я, наверное, знаешь, что еще поставлю? На расширение. Да, друзья, на расширение. Будем расширять. У нас и так, правда, нехилая территория, но чтобы она стала еще больше. Ну что, пойдем тогда? А-а-а, тут вот у нас как. Ёпарасоте, ребят. Че, все что ли одной стихии? Вы серьезно? Давай смотреть. Прикинь, все одной стихии. Водной. То есть мне... мне не дали никого другого, блин. Как я, интересно, здесь буду играть? Побеждать? Это фейл заведомо, ребят. Я думал, хотя бы начнут с чего-нибудь попроще, но нет. Нифига себе. Лига. Все-таки ударит, да? Че, надо все сливать, что ли, получается? Конечно же, защиту поставят, ребят, ну. Не, мне с этими бизонами здесь не справиться. Я-то думал, что как в обычной лиге начнется, ну знаешь, да, там? Потихоньку, полигоньку. Ага, потихоньку, полигоньку. Вот тебе результат. Сдулись. Раз, два, раз. ...248 к атаке. Он сейчас все просто сольет в атаку, да и все, и меня здесь не будет. Я об этом тебе и говорил. А этот у меня ничего сделать не сможет. Да, если он сделал, то вот этот нас пробьет. В общем, я здесь проиграл. В этой катке. Вау-вау. Геликоприон. 34 уровень. Как тебе такой расклад? Да-да, я знаю, что расклад очень фиговый. Ну, как обычно у нас во всех лигах начинается с маленького, да? С маленьких уровней. А тут нифига сразу же какие выдали. Давай, поехали. Раз... два, три. Будем тогда играть по нашим правилам. А потом раз, два, и еще кого-нибудь возьмем. Кайваки это. Так, и Дестус еще взял. Ну, давай посмотрим. Геликоприон. Две атаки все-таки. Все-таки две атаки прописал мне, да? Раз, два. Вот так сделаем. Мауиозавр. Ага, сфейлился чувачок. Да-да, ребят, сфейлился он. Раз, два. И вот так. Вырубили его, чертовой бабушки. Эдестус. Ну что, тебе придется потратить все три очка действия. Надеюсь, мой мауэзавр... А, плезиозавр. Да? Да-да, мы его уничтожаем, ребят.
Вот и все. Но это был только лишь первый поединок. Да, у меня таких вот динозавров именно от такой стихии мало, поэтому куда я тут перейду? В добытчиков. Только лишь в добытчики смог дойти. Давай, крути колесо. Не улетай только, пожалуйста, игра. Оп. Загадка. Костер. Ну что, давай дальше. У нас еще, по-моему, есть на один поединок. Я вот не знаю, вот эту вот Кайвакею прокачать бы. Хотя бы до 10 уровня. Давай-ка, наверное, так и сделаем. Как ты меня раздражаешь, а? Почему именно на этом моменте она и зависает? Все, как бы вот так вот сделаем. Где там у нас это событие? Твою налево, как зайдешь сюда, начинается этот отсчет. Сразитесь за главный приз. А вот это будет последний поединок у нас, который я могу себе позволить сделать. Кавики, кстати, может будет прокачать. Ох ты, ксенотодон. Да. Давай смотреть. Мозазавр. Он ничего не стал делать. Я, пожалуй, с вашего позволения вот так вот обменяюсь. У него правильно, у него здесь гибрид. Все-таки решил, да, одну атаку мне прописать. Ну что, будем его топить? Сможем ли мы? Проверим. Чуть-чуть, ребят, не хватило. Все сливает. Он все слил, поэтому мы его сейчас добьем. Раз, два. Я вот так вот все сделаю. Посмотрим, что у нас там за гибрид. Так, у него здоровья, кстати, не так уж много, если честно. 551 единица. А вот атака, да, атака тут мощная. Опять все сливает. Я тебя понял, парень, все. Я тебя прекрасно понял, я тебя услышал. Теперь отгребай. Раз, два. Вот так вот сделаем. Бамс. Шестьдесят две к атаке. Он нам ничего не сделает. Анхапристис этот. А вот сейчас мы ему влупим по полной программе. Давай. Вжаривай ему. Вот такие вот раньше титаны морские были, да? Я представляю, мы для него, наверное, с один зубик будем. Человечишка. Ну вот, вторая наша победа. Больше я не смогу здесь принимать участие, так как нет у меня этих динозавриков, нужных нам. Но, тем не менее, я попал на выживших в эту лигу. Крутим колесо, смотрим, что оно выпадает. И, блин, редкие убийцы могли бы дать. И вот теперь надо как-то попытаться. Давай сюда попробуем, а? Я, правда, не знаю, кем здесь будем мы воевать.
кем мы тут будем воевать? Ну, давай я возьму диплозуха. Сюда мы возьмем карнораптора, а против пренозуха я возьму... Против пренозуха я возьму эдиоморфодона. Блин, вот этот вот глюк, я не знаю, ребят, вот с этим вот счетчиком, который сейчас вот слышишь, дрынкает, не изменили, хотя недавно они вроде бы пытались что-то там исправить в игре. Как ты думаешь? Ну, ладно, я возьму допочки, я этого велоцираптора должен разнести в пух и прах. 151 уровень. Угу. Вот он что делает. Здоровски отнял хпшки, очень здоровски. Так, вот сделаем. Понятное дело, сейчас поменяется. Опа. Немножко не на того рассчитывал я. Раз, два, три, четыре. Вырубили. Пахицератопс. Блин, он сейчас меня... Он вырубит. Он все слил, но он меня вырубил. Раз, два. Раз, два. Так, пренозух выползает. Я думаю, что эдиоморфодон его все-таки забомбашит. Он должен его забомбить. Давай. Поехали, красавчик. На тебе, пренозух несчастный. Да, ребят, вырубили мы его. Так, это была только первая битва. Эоламбия, Лемнуринг и Тираннозавр. Ну, слушай, Эоламбия слабенькая, поэтому здесь можно... Я думаю, даже Алангазавр справится с Эоламбией. Вот против Лемноринга. Блин, а вот против Лемноринга я даже... Ну, давай возьмем у Эрхозавра. А вот против Тираннозавра нам, наверное, придется взять... Тираннодона. Ну, вот так вот я хочу попробовать. Блин, как ты задолбал счетчик, а? Что-то там жжикает. Блин, я думал, сейчас с удара снесем. Не выйдет с удара, к сожалению. Еще и ударит сейчас, да? Нет? Фига у тебя там ХП. 80 уровня. Нормально, ребят. Что мне тут может помочь? Я даже не знаю, ребят. Мне ничего тут не поможет, скорее всего. Сейчас пропишет. Ой, пропишет сейчас все. Не стал, да, ничего делать. Блин, рискнуть, не рискнуть. Раз, два, три. А я так сделаю. Ой. До свидания, Тираннодон. Подбили тебя, к сожалению. И что ты прикажешь делать? Как я тут буду? Да ну, ребят. Беспонт какой-то. Так, Лемноринг. Да он сейчас все сольет, ребята. И меня, конечно же, тут разнесет в хламину. У него одна атака, блин. Ай. Раз, два, три, четыре. Я даже его не пробью. А все виной что? Правильно ты говоришь. Все виной то, что у тебя нету выбора по динозаврам.
Да, ребята, я сфейлился здесь. У меня ограниченный выбор был. Я не мог взять, кого захочу. Вот мне что дали, все. Тем и довольствуйся. Но тут, правда, еще один день будет это событие действовать. Поэтому как бы можно отыграться. Так, это я в Ламбии. Сейчас мы переиграем чуть-чуть по-другому. Попробуем. Давай сделаем вот такую вот команду. А ты Ламбии здесь на самом деле толку вообще мало. Поехали. Я знаю, что он возьмет Лимноринга, скорее всего. Офигеть, 1325 к атаке. Проверим. Проверили, блин. Ну что, поменяться на тиранозавра сейчас? Нет? Воу, ему и не надо было меняться на динозавра. Чё за... Ну это чё, друзья, ну чё это такое? Лимноринг, блин, 130 уровня. Где вы вообще его откопали, блин, 130 уровня-то? Скажите-ка мне на милость. 130 уровня, такого нет по приоре здесь в игре, блин, они его... Выкопали где-то, блин. Нестандартный гибрид, я тебе серьезно говорю. Да ёппарас это, ну... Ну все, все, все. И здесь тоже свалился. Да... Трэш какой-то, просто трэш. Ну не это уже брать, птеродактиль, ё-моё, ну серьезно. Сейчас попробуем тогда вот так вот. Ну, вторую битву мы, наверное, выиграем, вторую битву. А вот дальше я не знаю, что будет. Давай так сделаем. Ну, естественно, меняется, конечно же. Сразу надо поменяться, блин. Что, попробуем прописать? Надо же, вырубаем. Но тут Лимноринг, да? До свидания, как говорится, мне. Вырубит, вырубит. Фигею, блин. Еще 553 хп у него остается. Да ёк-макарёк, блин. Давай, трави его, отлично. Так, а Ламбия второго уровня, это фигня, ребят. 171 к атаке у него. Я думаю, сейчас его размажем здесь. Конечно, конечно, размажем. Трэш, все слил, все, что у меня было. Все, ребят, скинул, просто. И еще... Две, как говорится, битвы должно быть. Так, забираем здесь. Так, пойдем-ка в Канайзойку сыграем. ПВП. Так, а у нас на випке ничего не, нет. Раз, два, три. Поехали. Канайзойку сыграем, заберем с тобой ежедневные паки. Ну и, в принципе, все, наверное, будем закругляться, потому что динозавров нету. Они есть, но нету самых таких мощных, нужных. Те слабенькие, которые там остались, их лучше и не трогать. От них все равно толку никакого не будет.
Ну давай ты прогружайся быстрее. Как мне вот это вот? Вот кто-то спрашивал, кстати, почему ты долго не играешь? Ребята, вот последний раз, когда я запускал игру, вот у меня вот такая фигня была, и все, игра просто зависала вот на этом. И не прогружалась. Сейчас, возможно, погрузится, но только долго времени пройдет. Да неужели? И года не прошло. Что делаем? Давай, наверное, вот так вот. Будет ли он меняться? Нет, не стал. Рискну. Отлично, вырубаем. Индри Коцер. Фига у него там 836 к атаке. Загасил. Сможем пробить? Нет, не сможем. Оставили ему чуть-чуть хп. Чуть-чуть хпшечек оставили. Сейчас вольнет, ребята, меня. Ну что, Паноктус, давай добивать его. Так, а вот с этим-то что у нас получится? Синтетцерас. А, ну все, ребят, отлично. Он слабачок. У нас классовое преимущество перед ним, так что сейчас размажем. Да-да-да-да-да, конечно, конечно. Ягоза ты мелкая. На тебе, по полной программе. Хлоп. Скопытился. Ну и все, в принципе. Игра вылетела, но 40 очков доверия я получил. Давай забирать наши ежедневки. Открыть. Деньги, деньги, доллары. И аттракцион Юрский период. 95 очков доверия еще сверху. Замечательно. Опа, 110 баксов. Спасибо огромное. Тогда, друзья, я, наверное, еще поставлю. Вот так вот. Когда ж ты созреешь-то? Посмотреть результат. Может быть, завершить все-таки, а, ребят? Вот так вот. Вы издеваетесь, да, сейчас? Созрел, наконец-то, твою ж налево. Пока не буду я его... А что за гибрид? А, Индоминус. Так, давай-ка я посмотрю, кого у нас тут можно проэволюционировать. Терезинозавр. Кого же мы делали-то, выводили? Я еще говорил, надо будет прокачать. Ну не пеликани мимо же. Теплокаулосов тут целая куча у нас. Апатозавр. Во! Вот, карнораптора. Давай-ка мы будем его, наверное, прокачивать. Пускай через 3 часа. Ну, через 4 часа он... Первая эволюция у него должна будет произойти. Да. Ну что, ребята, на этом, пожалуй, я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!